Екклесиаста, глава 6. Есть зло, которое я видел под солнцем, и оно часто бывает между людьми. Бог дает человеку богатство и имущество и славу, и нет для души его недостатка ни в чем, чего не пожелал бы он. Но не дает ему Бог пользоваться этим, а пользуется тем чужой человек. Это суета и тяжкий недух. Если бы какой человек родил 100 детей и прожил многие годы, и еще умножились дни жизни его, но душа его не наслаждалась бы добром, и не было бы ему и погребения, то я сказал бы: выкидыш счастливее его. Потому что он напрасно пришел и отошел во тьму, и его имя покрыто мраком. Он даже не видал и не знал солнца, ему покойнее, нежели тому. А тот хотя бы прожил 2000 лет и не наслаждался добром, не все ли пойдет в одно место? Все труды человека для рта его, а душа его не насыщается. Какое же преимущество мудрого пред глупым? Какое бедняка, умеющего ходить перед живущими? Лучше видеть глазами, нежели бродить душою. И это также суета и томление духа. Что существует, тому уже наречено имя, и известно, что это человек, и что он не может препираться с тем, кто сильнее его. Много таких вещей, которые умножают суету. Что же для человека лучше? Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которые он проводит как тень? И кто скажет человеку, что будет после него под солнцем?